Кутагин, расскажи про рулетку «Магма». Не вопрос, малыш, сейчас горло прополоскаю и тебе все зачитаю. Запомни раз и навсегда, рулетка «Магма» крепче, чем клизма горячим кофе с утра. Для новых аккаунтов предназначена она. Новую почту на Mail.ru заводишь, по ссылке проходишь, забираешь магма-шлемы и крутые пухи. Они мощнее, чем торпеды у твоей классухи. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Однажды один Ракутагин решил в очередной раз хорошенечко понагибать на соло РМ Warface. Эх, рамбишечки мои сладенькие, сейчас мы вас хорошенечко понагибаем. Но на этот раз случилось джигурда. О, Ракутагин, это залет, мой хороший. Похоже, сейчас будет изнасиловочная кланом. Капитан Очевидность, попрошу тебя не забывать одну из древнейших ракутагинских мудростей, которая гласит, что пусть противник очень сложен, знаем мы, успех возможен. Компания «Не так добко» представляет. Случайный залет, или как Ракутагин налетел на скобку клана. Здорово, Ракутагин. Здорово. А что это за звук был, кстати? Звук говна в проруби. Сука. Кэп, сегодня я, и с этого дня вообще, я рекомендую тебе быть крайне осторожным в своих шутках, потому что у меня есть новый девайс. Headshot. Сука. Headshot, Нарина. You are old. Ой, сука. Ёбаный в рот. Нормально тогда? Да пошел ты в жопу, говнюк! Сосать! Ну, Кутагин, у тебя вообще совести нету, что ли? Больно же, блин, жгет, знаешь как? А я тебе говорил, лучше не надо, Кэп. Я специально, я еще на себе проверил. Было больно, я знаю. Это очень больно, сука. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, а также Капитан Очевидности. Играем мы в Warface! Новогодние уже потихонечку настроение какое-то появляется, вот. Ну, как-то так спокойно, более-менее хорошо в Warface. Люди, знаете, вот мне что нравится, как-то вот новогодние праздники люди становятся добрее. Они меньше вдруг кричат «но», там, «ты такой, сякой», там, «прицельный». Кутагин, я не понял, а ты играть вообще собираешься или нет? Подожди, сейчас будем играть. Сейчас соберемся и будем играть. Вот, и так получилось, что я налетел на скобку клана. Да, нагибчик пошел. Налетел на скобку клана, я, конечно, такой не рассчитывал, потому что на самом деле, когда ты идешь соло, реальные кланы, то есть, что 5 человек, ну, это крайне редко попадается. Обычно двое, трое, может быть, в скобке. А кланы, ну, бывает такое, ну, редко, редко. И тем не менее, вот, пожалуйста, нагиб случается. Но, как вы знаете, друзья, главное верить в себя, и тогда все получается, да, именно так. Итак, будем ждать хлопцев. По-любому они должны прийти. Вот вопрос только откуда. О, headshot, baby, you got owned. Да. Мы уничтожили отряд врага. Сочно. Победа за нами. Нравится мне такое. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Вы знаете, пока что-то этот клан сильно-то и не тащит, прошу вас заметить. Да, действительно так. Вы знаете, у меня такое ощущение, что когда вы играете соло РМ, тихо. Да, где мои сладкие? Давайте еще. Ага, вон он ты, да? Такой хитрый. Да, конечно. Минус 4. Легко. Нифига себе ты затонаёбил. Да. Красава, Ракутагин. Благодарю. Стараюсь.
Кланы, которые кидают на соло РМ против вас, как правило, это, ну, чаще всего не знаю. По моим ощущениям, кланы, ну, скажем прямо, не самые сильные, так что... Рачелло, не лезь на рожон, сам знаешь, как кишки могут поднагнуть. Ой, спокойно справимся, Кэп, мы же это, опытные ракутагины, все у нас получится. Главное что? Главное слушать. Главное не совершать глупых ошибок, соблюдать свою дистанцию, и все очень даже можно. А с таким оружием, как Ускон, извините меня, вообще я не планировал записывать, но вот клан попался, я думаю, почему нет? Обанес! Рачелло, ситуация один на один. Тебе нужна максимальная концентрация. Я знаю. Алло? Здравствуйте, это вновь компания «Прыщавый задрот». Ага, знаю. Сегодня мы предлагаем вам попробовать наши новые конопляные салфетки «Хедшот». Манильская конопляная бумага и порошок зеленого чая позволят вам обрести максимальную концентрацию. Выберите путь тащера, выберите «Хедшот». Ух ты, нормальная такая штука. Ракутагин, а представь, если в эту конопляную бумагу табачок заворачивать и все это дело выкуривать. Интересно, какой эффект будет? Хороший эффект, я думаю, вообще будет сочно. Не, ребят, мы за ЗОЖ, за ЗОЖ вообще. Это не более чем юмор, сами понимаете. На самом деле, эта конопляная бумага абсолютно легальный продукт, да. Используется он для того, чтобы протирать лицо. Ракутагин, я тут подумал, а не слабо ли тебе включить профессионального люркера, как школотроник? Да не вопрос, легко. Мобильность, вы атакуете. Ракутагин, ты чё, реально в тащеры подался? Да. Я стал замечать, что порой в последнее время ты какие-то странные выдаешь фокусы. И если так, то почему ты не играешь в Faceit или OpenSoup? Очень просто, друг мой. Во-первых, тут все рассчитано именно на ромбов и все в этом духе. А во-вторых, у меня просто тупо нет времени для того, чтобы играть в тот же Faceit. Понимаешь? У меня нет времени. Я больше всего уделяю времени в... Хотя действительно, какой тебе нахрен OpenSoup? Пошел в жопу! Молчи вообще, ничего никаких OpenSoup, сука, чтоб разговоров об этом больше не было, понял тогда? Сука, изначально начинает разговоры, чтобы подъебывать меня потом, я извиняюсь, но это факт. Так, ладно, никаких OpenSoup, никаких Faceit, времени нету. Я львиную долю времени трачу либо на сталкер, либо на запись каких-то моментов, чтобы потом сделать прикольную нарезочку для Warface. Какой нафиг Faceit? Во! Я жить хочу. И то времени на это нет нормально. А так вообще... А у меня даже времени спать тогда не будет. Я и так, в принципе, сейчас ненормально сплю. Давайте, пацаны! Чак Норрис, сука, пулемет, все! Чак Норрис, он как бы, он не может проиграть, он Чак Норрис. Красава, Ракутагин. Просто, глубоко и надежно, как положено. По сути, вот так вот, Чак Норрис сделал игру. Ну, сами понимаете, да? Чак Норрис — это Чак Норрис. Все знают, кто такой Чак Норрис. Да. Итак, неплохо мы отыграли и хорошенечко действительно в итоге понагибали. Да и, блин, ребята, 5-1 сыграли. И меткость отличную показали. Что я вам хочу сказать? Если против вас в соло РМ попадается клан, не надо сразу все. Ой, я ливаю туда-сюда. Как правило... Ребята, пусть противник очень сложен, мы-то знаем, успех возможен. В любом случае, если после просмотра данного видео у вас стабилизировалось давление, улучшилось настроение и пищеварение, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. Увидимся. Пока.